В адрес руководителя совсем еще молодого профсоюза «Автобус» Алексея Большакова поступили угрозы физической расправы. Причинить увечья и уничтожить собственность предпринимателя обещал директор крупной компании, осуществляющей перевозки в Иванове. Алексей Большаков написал заявление в полицию. По его словам, в областном центре на небольших перевозчиков постоянно осуществляются нападки. Индивидуальных предпринимателей, имеющих в собственности одну-две машины, вынуждают сдавать транспорт в аренду и работать на руководителей более солидных фирм, в собственности которых нет вообще никакого транспорта. Как утверждает Алексей Большаков, угрозы в его адрес связаны как с деятельностью по защите ивановских перевозчиков, так и собственным бизнесом. Если я буду продолжать работать, мне будет хуже, мне оторвут голову, вот, угрозы в мой адрес поступили. Я ему сказал, говорю, если я что-то делаю противозаконное, что они могут составить на меня протокол административный, привлечь меня к административной, либо к уголовной, либо к какой иной ответственности, и будем работать в правовом поле. В ответ на это мне было сказано, что с тобой официально разговаривать никто не будет, с тобой будут разговаривать другие лица, ты пожалеешь, тебе просто оторвут башку.